Всем привет, с вами Джейсон, и это игровой канал Trumania Games. Сегодня ко мне в руки попала очередная коробочка от Red Square. В этой коробочке игровая гарнитура Eclipse. Мы посмотрим, из чего она сделана, проведем миг-тест, ну и поделюсь я с вами общими впечатлениями от данного продукта. Погнали! Что касается конструктива, дамы и господа, то подключение по USB отсутствует, и присутствует два мини-джека. Разумеется, кабель в оплетке. Основная конструкция головы выполнена из металла, но, конечно, все стыкующие элементы также выполнены из пластика. Боюсь, от этого никуда не уйти, поскольку чем больше металла в гарнитуре, тем тяжелее она будет, и меньше игрового времени вы сможете в ней провести. Подушечка для головы имеет, на мой взгляд, самый удобный способ регулировки, то есть от вас требуется просто надеть наушники, и они сами подгонятся по размеру. Амбушюр достаточно мягкий, используется здесь, конечно, кожзам, но так же, как и в регулировке для головы. Сама чашка не может повернуться на 90 градусов, мешает ей как раз-таки крепление, но данная фишка скорее предназначена для диджеинга, не столько, сколько для гейминга. Что касается микрофона, то его можно подключать и отключать от гарнитуры. Устроен он элементарно и просто. С одной стороны микрофон, с другой стороны мини-джек. И огромная возможность его регулировки. Он реально гибкий, и это, блин, реально круто. Теперь настало время поговорить о технических характеристиках данной гарнитуры, вещая как раз таки через гарнитурный микрофончик. Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что в данной гарнитуре установлены 53-миллиметровые, внимание, я акцентирую у всех внимание, это 53 мм, в то время, когда в основном используются 40-миллиметровки, Red Square пошел дальше, поставил аж 53-миллиметровые неодимовые динамики, то есть с неодимовыми магнитами, которые еще четче передают звучание, и это, блин, чертовски круто. Несмотря на свои внушительные размеры, выглядит гарнитура довольно-таки неплохо, и мои уши, правда, потерялись где-то там внутри чашки, но в целом это не вызывает никакого дискомфорта, и большим плюсом будет для людей с большой головой и большими ушами. Что касается надежной стальной конструкции, я уже сказал об этом ранее. Да, конечно, если вы сядете на них и поделаете вот так, то с ними вряд ли что-то произойдет, слабым местом остаются места крепления, это во всех наушниках, в принципе, так оно и есть. Съемный микрофон студийного качества, ну тут вы можете сами слышать, как он звучит, звук без обработки, то есть он так звучит на самом деле. Я сам его послушал, достаточно чистый звук и неплохая чувствительность у данного микрофона, плюс ко всему вы можете его отключить от гарнитуры и использовать эту гарнитуру как простые наушники, используя там, не знаю, при просмотре фильмов, прослушивании музыки где-то в общественном транспорте или развалившись дома на диване. Блица достоинств, по мнению непосредственно самого производителя Red Square. Аналоговые подключения. Ну и здесь спорить бесполезно, поскольку, да, все устройства воспроизведения в основном используют аналоговые подключения 3,5-миллиметровый джек. Это как и звуковые карточки для профессионалов, так и игровые звуковые карточки. Отличное позиционирование в играх. Я играл в Counter-Striker, играл в Call of Duty, играл в Battlefield. Я слышу, где находятся враги, и в этом, конечно, помогает мне также звуковая карточка. В целом, неплохое позиционирование, ничего против сказать не могу. Большие мягкие амбрашюры из ПУ-кожи. О них я уже сказал ранее, да, они действительно мягкие, удобные, и это современный кожзам. За ним легко ухаживать, и он отлично чувствует себя даже на морозе, в принципе. Подпружиненное оголовье, ну, на мой взгляд, как я уже говорил ранее, самая удобная фича, применяемая сейчас в гарнитурах и наушниках, просто одел, и она подстроилась под вашу голову. И ни один современный продукт для геймеров нынче не обходится без кабеля в оплетке. Погнали дальше. Ну и в заключение о технических характеристиках. Это гигантские 53-миллиметровые динамики, чувствительность 100 дБ, сопротивление 60 Ом и частота воспроизведения от 20 Гц до 20 кГц. Максимальная мощность 150 мВт, длина кабеля 2,4 метра и два подключения по мини-джеку. От себя бы я еще добавил переходничок на один мини-джек, но трехконтактный. В некоторых аудиоустройствах он применяется уже так же. Но, конечно, два мини-джека распространены куда гораздо более, это уже так. У меня небольшое пожелание.
В заключение могу сказать, что цена на эту гарнитуру составляет порядка 5500 рублей, но по соотношению цены и качества аналогов вы вряд ли ей найдете. Поэтому все, кто заинтересован, вы можете пройти по ссылке в описании и приобрести эту гарнитуру. Это был Red Square Eclipse, а с вами был Джейсон, канал True Money Games. Всем удачи и пока!